ESC-38 продолжается, и очередной рейтинговый поединок. Приглашается боец из Узбекистана, высокой категории до 70 килограммов в синем углу. Ахлиёрбек Ганиев! Бери. Саламатсыздар бе. Биздин каналдын көрүүчүлөрүнүн көпчүлүк бөлүгү Россия мамлекетинде жашайыштеп келишет. Бул жарнама айрыкча дал ошол мекендештерибизге пайдалуу. Эми Россиядан Тажикстанга, Өзбекстанга жана Кыргызстанга. Комиссиясы сакча которуу Тинькофф Блэк дебеттик картасы менен ыңгайлуу. Аны колдонуу үчүн Россия жарандыгынын кереги жок. Болгону сүрөттөмөдөгү шилтеме аркылуу өтүнмөнү калтырыңыз. Картаны сизге Россия боюнча каалаган жерге акысыз жеткирип беришет. Эми картанын артыкчылыктары тууралуу айтып өтөлү. Бул карта менен сиз Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстанга телефон номери менен тиркеме аркылуу акчаны комиссиясыз которо аласыз. Тиркемеде алуучуга улуттук валютада жашыруу комиссиясыз канча акча келерин дароо көрөсүз. Алуучу банкка барбастан акчаны дароо колдоно алат. Анан да сиз банкты өзүңүзгө ыңгайлуу тилде колдоно аласыз. Банктын тиркемеси жана Тинькофф банкоматтары тажик, өзбек жана кыргыз тилдеринде иштейт. Ал эми банктын колдоо кызматы өзбек жана тажик тилдеринде. Бул карта биздин уникалдуу оймобуз түшүрүлгөн сонун дизайнда жеткиликтүү. Сүрөттөмөдөгү шилтеме аркылуу өтүп, Тинькофф Блэк дебеттик картасын тариздеп, анын бардык артыкчылыктарын колдонуңуз. Барыңыздарга сунуштайбыз. И приглашается его соперник в красном углу октагона, боец из города Джалалабад по прозвищу Скорпион, Багатбекулу Нуристан! Итак, у нас следующий рейтинговый поединок между представителем Узбекистана и Кыргызстана, города Джалалабад, Багатбекулу Нуристан. Появляется представитель Кыргызстана, города Джалалабад по кличке Скорпион. Мыктыбеком Ускумбаевым, представителем спортивного клуба «Аль-Мунар», город Ош. И вторым нашим финалистом Ахтаном Джумматаевым, представителем спортивного клуба «Таймураз», город Джалалабад. Это 70 килограммов. Боец в синем углу октагона. И он из Узбекистана, ему 20 лет. Профрекорд. Два боя, одна победа и одно поражение. Тренер Азизбек Мелихозиев. Ахлиёрбек Ганиев. Его соперник в красном углу октагона. Ему 22 года. Представляет славный город Джалалабад, Кыргызстан. Три боя, две победы и одно поражение. Тренер Аваз Акбаев, клуб Таймураз. По прозвищу Скорпион Багатбекулу Нуристан. Да, бойцы на середину. Багатбекулу Нуристан активно поддерживает публика своего местного бойца, представителя города Джалалабад. И сейчас мы увидим данный рейтинговый международный бой между этими бойцами. Начинается у нас поединок. Уверенно занимает центр октагона Багатбекулу Нуристан. Ой, как четко попадает и одним ударом отправляет нокаут своего соперника Багатбекулу Нуристан. Да, это действительно была самая быстрая победа в данном поединке. Быстрая победа. Активно финишировал. Официально,
самый быстрый нокаут в истории UFC. За 4 секунды в первом раунде победу одержал нокаутом по Катекулу Скорпион Нуриста! Быстрый нокаут в истории организации. За 4 секунды одержал победу Бакытбекулу Нуристан. Мені қолдап қоштап тұрған барыңарға чоң рахмат, Алла разы болсын. Ауаз Ақбаев тренеріме чоң рахмат, Тахыржан Тұрсынбаев, Мейкин әке, Талас әке, Шыңыз ағай. Шол әке, сізге чоң рахмат, Нұрсұлтан әке. Саперлігіме денсаулық, кейінгі бойларға игілік. Шол әке, Нұрсұлтан әке. 4 секунд. Бонус.